Владимир Волков совершил очередной объезд округа. На этот раз под инспектирование попала улица Транспортная. Глава Люберец дал поручение своим профильным заместителям привести в порядок прилегающую к ней территорию, а именно убрать старые автомобильные покрышки, строительный мусор и провести опиловку аварийных деревьев. Протяженность улицы Транспортная около 1,5 километра. Ежедневно по этой дороге проезжает несколько тысяч автомобилей. Весной здесь обустроят тротуары и организуют парковочные карманы.